Начинается фильм про двух отважных воинов. Воин, как тебя зовут? Тамерлан. Тамерлан Муромец. Итан. Большая стрела. Готовься к нападению. Идет ожесточенный бой. Продолжение следует. У нас сегодня урок по выжиганию по дереву. Молодец. Мы подписываем лопатки, чтобы были именные. Не спеши, держи крепенько и отпуск. О, видишь, молодец, уже понял, как делать. Умница. Все на одну, я одну, да? Да, по очереди. Как раз ручка отдохнет. А теперь мы выжигаем ошейник для плюшки. Плюха. Такой, как у Мунатика. Это я написал, потом выжигать буду. И там кубок стоит. О, красс. Так, а тут точки. Лопатки мы уже сделали. Тёмочка сделал. Это у Итана еще предстоит. Лиза, я тут еще палку сделаю, чтобы не думали, пожалуйста, что это 10. Все, не двигай, ты мне чуть ща не сломал. А что Итан делает? Заготовку под выжигание алфавит. А покажи с другой стороны. Угу. Так, уроки труда продолжаются. Итан помогает Тёмику сделать его табличку суперкубком. Это я. Да. А кубок кто рисовал? Ты. Все, значит вместе, Тёма. Ты не бойся, держи на одном месте и продавливай. Давай медленно и пальчики бережем. Это быстро. Пальцы в магазине не купишь, помнишь? Купишь. Вот это быстро, и смотри, как кто он. Ой, вообще быстро, молодец. Ты купишь котлету. Ой, как Тёма нарубал салат, будет вкуснячий. А завтра нам Итан приготовит. Итан сказал, он сомневается. Нет, он не сомневается, он еще занят делом. Смотри, очень. Мы выжигаем русский алфавит. А это я выжиг. А это ты выжиг. Ты выиграл суперкубок. Тёма нам готовит салат к вкуснячему ужину. Шеф-повар, расскажите, какие ингредиенты у вас в салате? Из чего вы его делали? Огурец, подсолнечное масло, помидоры и лук. И размешивать, и соль. Круто! Так, дедушка у нас строит мангальчик. А детки помогают перетаскивать стройматериалы. Умнички. И будет дорожка. Сильно работают. Привет. Мы в гостях в офисе. Итан, расскажи, что это у тебя в офисе? Я играю в ШНАФ, это Five Nights at Freddy's. И это маска, которая прятается от Фредди, если я не успеваю эту дверь поставить на входе. Подожди, дверь. А дверь от кого? От полков. Ну, от машин. Это тут он может выйти, и вон там он может выйти. Это монитор, в котором я переключаю камеру, чтобы смотреть на Тёмика, да? Это маска, которая...
который от аниматоника, если я не успеваю дверь закрывать. А это, вот этот мячик, это типа бы от марионетки прятаться. Марионетка это тоже такой аниматоник, который надо заезжать в шкатулку. Если не заедешь, она тебя убьет. Круто. А вот тут Тёма заезжается. Он уже вышел, так что ночь начинается. Привет, мы в гостях у Тамира. В офисе. Например, он хотел у меня вазу для денег, да? Вазу для денег? Это какая-то волшебная ваза? Я ему ее дал. Класс. Короче, тут он бизнесмен, который договаривается о вещах. Например, если у тебя есть претензия, ты приходишь к нему, и если ты хочешь, чтобы он что-то тебе выполнил, ты должна ему дать одну гривну. И ты все выполняешь? Да. Бабуля, дедуля. Или что-то дают. Я желаю, чтобы дети себя хорошо вели. Даю 2 гривны. Нет, стой, подожди. Это тут зависит от того вне тяжелости. Если это тяжело, Тёма сам поедал. Хорошо, я желаю, чтобы дети себя хорошо вели. Короче, это как будто рынок. Давай, рынок. И тут у него написано, что хотите. Так. И ты выиграл. И ты выиграл, если вы договорились. Круто, ну договаривайтесь, давай. Я договорился, вот смотри, что он мне дал. Мы с Тёмиком можем ходить друг к другу без страха. Ух ты, а с нашу деньги? Да. Почем? Вот. Банка для денег? Да. Вай, как круто. Тёма, что еще в твоем офисе? Это стульчик для гостей. А ну давай, я пришла договариваться. Это мне не надо, кто его притащил? Итан притащил для гостей в очереди, кто будет сидеть, чтобы следующий заказывал. Я его утащу. А это что за волшебная коробочка? Подарком. С подарком, вай. Слушай, как прикольно. Ну скажи, вау. Мы сегодня встали с солнышком в 5 утра, встретили солнышко и решили, зачем нам дальше спать? И делаем вареники. Сегодня у нас шеф-повар Итан. Повар очень серьезный. Повар, улыбнитесь, пожалуйста. Мусик. Ой, ваш кости. Мусик, кушать хочется, давай лепи. Места нет. Там дарадам, дадам. Я вот это. Посыпь мукой немножко. Возьми отсюда щепотку муки. Не, дощечку посыпь. Рыжую доску посыпь. Умничка. Нет. Ну покажи урожай. Вот это точно сладкое. Вот это точно сладкое. Попробуй. Я тебе обещаю. Сладкое? Да. И большая и сладкая. Какое это себе вот? Можно будет мороженое с ними сделать. Нет. Будем так кушать?